5 этажей для будущих медиков. Депутаты городского совета единогласно проголосовали за передачу в собственность Владимирской области. Муниципальные помещения на улице Горького, 29. Это здание известно горожанам как дом «Утюг». 10 лет назад он был построен с нарушением законодательства. Застройщик превысил допустимую высоту здания. Сперва его по решению суда должны были снести, однако позже чиновники и застройщик пришли к мировому соглашению. Мэрия отказалась от претензий к застройщику, а те передали в собственность 5 этажей здания в доме «Утюге». Как сказано в пояснительной записке, передаваемые помещения после ремонта и оснащения необходимым оборудованием будут использоваться Владимирским филиалом Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования Приволжский исследовательский медицинский университет Министерства здравоохранения Российской Федерации для ведения учебного процесса.